Жатва озимых завершилась, началась так называемая логистика зерна. Транспортировка сельхозкультур часто сопровождается нарушениями. Наличие документации, подтверждающей качество и законность перевозимой продукции, проверяют сотрудники Россельхознадзора. Рейд проходил сегодня в Назране. Сколько нарушений выявлено, расскажет наш корреспондент. Фуры с зерном и семенами отличить при въезде в регион несложно. Они плотно закрыты тентом, но границу без осмотра не пересечь. Качество культуры проверяют специалисты. Россельхознадзор на очередном рейде. Абу Саид Бапаев везет пшеницу из Чеченской республики. Правда, сегодня доехать до точки назначения не удастся. С собой нет никаких документов на продукцию. На первый раз он отделается предупреждением. А давно вы работаете? А в Ингушетию первый раз? Нет, я каждые 2-3 дня ездил. До сих пор вы без документов ездили? Нет, да, в документ. Вот это в груз просто, в частнику. Сотрудники Россельхознадзора, прежде чем отпустить нарушителям, разъясняют все требования транспортировки зерновых культур. Обязательно необходимо, чтобы у вас была документ, подтверждающий, что зерно продекларировано в соответствии с таможенным союзом, с регламентом таможенного союза 015-2011. Семена и зерно должны быть проверены на содержание токсичного элемента – свинца, тяжелых металлов, наличие вредителей. Транспортирующие компании и частные перевозчики должны иметь при себе сопроводительные документы, которые подтверждают качество и законность перевозимой продукции. Также в свидетельстве должна содержаться информация о реквизитах производителя, владельцах транспорта и груза, а продукция продекларирована в соответствии с таможенным регламентом. Так как Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна, те страны, которые покупают у России зерно, выдвигают особые требования, свои требования. И зерно, которое экспортируется в другие страны, оно должно быть исследовано в соответствии с требованиями закупщиков. Обратно разворачивают и еще одну фуру. Нет товарно-сопроводительных документов. В таких случаях сотрудники Россельхознадзора составляют материал об административно-правовом нарушении. Затем уже будет вынесено постановление. А если человек не знал какие-то оправдательные у него есть причины, тогда будет вынесено предупреждение. Или будет уже штраф от на частных лиц от 1000 до 2000 рублей, на фирму уже может быть штраф достигать до 300 тысяч рублей. Правила для перевозчиков сельхозкультур действуют с 2013 года. В основном зерно и семена везут из соседних регионов, в частности из Краснодарского и Ставропольских краев. Сезон экспорта в самом разгаре, а значит, это не последний рейд Россельхознадзора. Диана Дударова, Асхаб Илакиев, Новости 24.